Всем привет, с вами я, первым мы продолжаем играть, проходить Angry Birds Go. Итак, я опять же неделю пропустил буквально, поэтому ежедневное событие, начинаем заново. Вот так как-то. Поехали чё. За какое говно я играю вообще? Что за сарделька у меня тут сидит? А, это его клюв такой длинный. Блин, я ничего не вижу, куда ехать. Какие-то тут слишком заснеженные склоны. Рови, по-моему, не самое время выпускать зимние обновления весной. Тем более, прям под середину весны. Вообще ни одной монетки не собрал. Вау! Проехался неплохо. Да у меня кто-то рядом торчит. Да иди ты нафиг, бомба! Я первый буду, ясно? Я думал, кто-то первый меня тут приземлится. Что там какой-то Нига вообще? Отлично, бабло. Халявное никогда не помешает. Так, чё у нас тут? Так, нам надо 570, здесь 560, 570. Крейдить сюда надо. Ни на что не хватает, как обычно. Так, время. Так, давайте вы, пташки. Ну, единственное, что можем сейчас потянуть, вот только это. Нам потом придется один на один сражаться. Ой! Фух. Это было эпично! Это было опять эпично! Да, это уже не так эпично. Ай, камни! Вперед, ускорялка! Да, в самое нежеланное врезались. Мы тут однозначно не успеем. Ну хотя бы получить бабло надо. Приехали. Не получилось. Держи свои 300 монет. Неплохо. Так можно накопить и на ускорялку или бак скорость. Так, стекло что больше даст дают? Ускорение копим. Кстати, проигрыши тоже отличный способ докопить бабла. Согласитесь? Это было близко. Это крайне близко. О, удвоите монеток! Круто! Сейчас я накоплю до хрена бабнище. Пролетел такой резко. Только без этого, пожалуйста. Без звонков. Я приеду как можно быстрее. Так,
кристалл я просрал. Я думаю, это лед. Но зато у нас есть удвоитель монеток. Радуйтесь, птицы. Хотел бы, но купа купать не собираюсь. Я долго думал, что рекламировал. Это был Angry Birds The Star Wars 2, который до сих пор даже ни разу не запускал. Нет, запускал один раз, но я уже давно забыл о нем. Не прошел до сих пор Star Wars 1, а что тут можно говорить? Надо будет наконец-то его как-нибудь пройти уже. Сейчас еще 3 сотни получим, у нас будет мега ускорение. Надеюсь, хватит. Черт, ты так и знал! Ладно, еще раз. Так, что-то тут лагает, я смотрю. Так, ты... Узбогойся-то, а? Отлично, она еще зависла. Ты мне не лагай-ка, а? Я слежу за тобой. Без лагов, плиз. Все, короче, есть у нас монетки. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Фух, надо, наверное, авиарежим включить, меньше лагов будет. Сейчас. Включим. Так, все, лаги вроде есть. Ну теперь бы можем супер бойцами быть. Врубаем мега ускорялку. Она прокачана на максимум, потом надо качать скорость будет. Даже не знаю, как, насколько это быстро. Возможно, мы успеем доехать, а возможно, не успеем. Не-не-не, мы не успеем. Да, я так и знал. Будь готов к худшему и не будешь разочарован. Закончилось. Так, король свин. Гонка жива. Блин, и все меня, естественно, постукались. Что за херня творилась? Только что. Так, я полетаю, пожалуй.
Какой-то свин свалился. Ну что, языки там показывают всем, что ли? Окей, я еще упал. И я даже не в топе лидеров. Все. Четвертое место, нафиг. Я самый слабый вообще. Меня затолкали хрен знает куда. Гребаные читаки. Пошел вон. Мне эти оторвались, естественно, уже. Я поеду сюда. Безопасным путем. Блин, эту тройку никак вообще не догнать. Опять четвертое место с большим отставанием. Король, ты лох. Качать макс скорость надо. Давай попробуй-ка тут, а. Не будет вообще, а. Удвоитель, удвоитель, бери! Есть. Кучу времени просрали, конечно же. Надо. Чё там лагаешь-то, а? Чё, совсем охренел, что ли? Поэтому ты пойдешь и попробуешь еще раз. Опять лаги гребаные. Прекрати. Прекращаю на экран смотреть, она лагает. А смотрю на него, перестает. Не могу я на экран смотреть. Полетели. Да мы не успеем, что там. Обычно немного. Все, вот теперь точно успею.
меня и скорость максимум, и ускорение максимум, я рвать всех буду. Теперь надо управляху качать. Надо вестись как угорелый, ты понимаешь, свин. Король свин. Как угорелый. У тебя горит задница. Нестись как угорелый. О. Еле как. Задолбали вы с этим удвоителем. Вот долго стоит. Наконец-то. За кого теперь играть? А, надо босса порвать. Вперед. А, 589 и 597. Он еще более прокачанный, чем я. Блин, он стартанул быстрее, чем я. Главное смотреть, куда ехать, и не сбиваться с курса. Отрываемся от него, но он потихоньку может нас догнать. Нет, мы от него отрываемся все-таки. Все, оторвались. Вообще просто эпик. Теперь он нас не догонит. Ха-ха-ха. Легко и просто. А, надо более чем на десятку прокачиваться, чем нужен нужно минимум. Будыч! Первый. Вау, 600 баблишка. Неплохо. Так, сколько стоит следующий? 600, ну, стоило предполагать. Стелла, Стелла, где ты там? Так, а сколько тут покупать бабло? 300. А, их копить и копить еще. Пошли вот мои фрукты! Ты не туда пошла, тупая Стелла! Их очень много резать надо. Я не управляем, меня отсвечивает экран. Только половину сожрали фруктов, мы. Это, между прочим, нелегко. Очень много. А, черт! Тут больше нету их. Стелла, ты меня сегодня подвела. Садись, два. Да, вот такое лицо. Блин, вот это я не учёл, а.
тормозить как раз надо было. Да блин! Вся надежда на последние фрукты. Пожалуйста, успевай. Ха, блин, вставай! Зачитали бы хоть. Да ну ничего не осталось даже. Фруктов вообще много. Хоть в этот раз я должен же порвать. Да блин! Да столько фруктов просрать. Хоть в этот раз надеюсь. Наконец-то! Фу. Жесточайшая гонка всех времен. Это управление стоит больше, чем то есть скорость. И это норма. Поехали лупить последнюю гоночку. Король Свин, ты что там делаешь? Чудо, а-зе-зе. Вот это вот ты быстрее не станешь, ты понимаешь? Какой-то говнюк, не догоняем там впереди. А, это король свин. Реально недогоняемый, блин. Если бы я не врезался, я бы мог и догнать его. Даже не полную дали. Окей. Дать противник это невозможно. Сорок монет тоже невозможно. Это все-таки было возможно. Да чё они прыгают с неба? Прыгуны грёбаные. Вообще круто так и занул я ее. Так, ты чё тут лагаешь, что ли, а?
Да что за читерство? Как вы все так ускоряетесь и летаете? Ботычи такие. Такая группа за мной прям приехала. Всего один кристалл. Да хорошо, я вижу, что я могу столько заработать. Мне не надо столько. Время, поехали. Хоть этот раз не ошибся, гребаный камушек на пути стоит. Другого выхода особо и видно не было. Так, не начинай лагать! Обновите сейчас. Я уже давно обновил. Кристалл, кристалл, кристалл. Пригодятся, как будет там 300 кристаллов. Или хотя бы 150. Монетки — это всегда нужная вещь. Я так и знал. Ты не расстраивайся, бро. Это абсолютно нормально. Сегодня мы должны уделать этого красного брата. Надо 600-ку набрать. Можно будет один раз потом попробовать его затащить. Тут же 580, у нас 598. Его не тащим. Что ты во все врезаешься, а? Тебе так нравится, да? Люди все какие-то рачё. Полдая. Еще один кристаллик. Мы не успеем, короче. Ну да, конечно. Почти не считается. Добью я эту гонку. И все. 608, но это особо ничего не поменяло, как по мне. Время от этого медленнее выходить не будет. А мы быстрее от этого не будем ехать. Чё ты лагаешь так, а? Ты так... Ты любишь это делать, да? Специально сегодня меня раздражаешь. О, и это как-то помогло нам достичь нашей цели. Еще бы немного, мы бы проиграли. Так, попытка не пытка. Он сказал хуй. Все, Big Brother Terence.
уже получил, да? Мы на одинаковой скорости, так что я тебя могу и обогнать даже. Он меня догоняет, он прям под жопой у меня. Будет эпиком, если мы его победим сейчас. Мы же закончим, черт возьми, эту серию гонок. Перейдем к следующей. Это будет просто здорово. Неужто победа? Тихо. Узбогойся. На. Это отличнейшая победка. Он меня заставил. Я его сразу же в ответку. Чё, Терренс, свобода? Иди ты нафиг. Смотри, видишь, какой вообще я толстый, да? Тебе нравится, какой я толстый? Видишь, я на весь экран вообще. Иха, открыты новые эпизоды. Эр. Ой, ёлки-голки. Хрена себе. Чё-то тут все дорогущее такое. Видно, мне надо теперь сидеть просто так и копить на это. Что за джинга? А, видите код. Откуда у меня тот код от Дженка? Кстати, если у кого-то вдруг будет, можете предложить этот код. Так, Эйр, судя по названию, будем частенько летать. Ступит новый гонщик. Давайте тогда его испытаем. Жестокий ход, накровный. Нам надо, короче, теперь вообще не тратиться и копить баблишко. Это резко. Ну, вообще куча фруктов просто. Судя по всему, способность подобная способности бомбы атакует какого-то противничка молнией. Йоу, куда ты? Не туда задрифтовал ты. Черт, он все фрукты мои сожрал. Ну вообще, это надо еще вблизи быть. Я в него попал все-таки как-то каким-то образом. Очень много фруктов в конце, но все равно проиграли. В принципе, возможно и победить, если я не там не пропустил бы случайно. Так, монетки надо копить. 6000. Я уже даже рассчитал время, с которым надо. Чё ты дрыхнешь там? Не храпи, не спи. Йоу. Нам надо фрукты резать. А ты там храпишь. Да вот почему? О, отлично. Проиграем, но кристалл важнее. Окей, все соревнования завершены. Надеюсь, нам дадут за это что-нибудь. Ой, сори. Я просто протирал экран. Даже ничего не дадут.
Так, а что там с бабулом? По-моему, бабла тут не дадут даже. Чуть не за день, чего? Давайте. Типа. Не свой уровень. Да они вырвались куда-то. А ты думал, все легко, да? И вырывается, блин. Что-то это мне особо много не дает. Площадки. Давайте попробуем, вроде бы не сложно. Не самый быстрый. Меня еще повалили. Здесь прыгнули. Да блин, кто меня там двигал? Так, тут не лагайка, а? Что такое? Это повсюду сраный динамит. Да, есть. Он все равно дает немного. Абсолютно немного. 6000 копить долго. Побей рекорд друга. А какого друга? О каком друге идет речь? Самого себя, что ли, побить надо? Тут не лагайка, а? Блин, я кристалл просрал. Ладно, хрен с ним. А, легко ведь продрифтовать-то. Поворот сделал по два раза, три лифтанул. Все. Пукан мод активирован. Даже не знаю, как его побить. Что-то все толпой к концу приперлись. Не побил же.
там у нас тут? Ты у нас в силах, ты можешь и рекордик побить. Let's go. Для того, чтобы побить рекорд, надо больше прыгать. Поэтому мы пойдем в более опасные места. Для того, чтобы еще побить рекорд, надо финишировать первым. Бомба взрывает бомбу. Это норма. Так мы маловероятно рекорд побьем. Нет, я не буду это пропускать. За дрифт тоже дают. Да, дают, еще как дают. Поэтому будем ездить как пьяные. Нет, это маловато будет. Сто 14. Я ж побил рекорд. Какого друга, блин? Идите нафиг, короче, а? Со своими гребаными рекордами. Чуть не за день, каким образом? Два препятствия считается за одно, окей. Звезды, значит, да? Много хотите. Да, и даже тут не финишировал толком. О чем речь идет? Он прыгает от радости. Кто у нас еще жив, здоров? Да.
Давай, твоя стихия, Стелла. Будешь... Как понять, не используй... Ой, я же просрал. Не используя руль. Как она определяет, что я его использую или нет? У меня же акселерометр. Займи первое место. Ну, это не особо проблематично. Твои идеи! Большая редкость. Тут половину фруктов даже не зафигачили. Но мы все равно-то заняли его. Не получилось, победили. Как здорово. Получи больше 90 тысяч очков, прыгни больше... Короче, однотипные задания каждый раз для каждого типа задания. Сбросили. Норм. Не все мои фрукты сожрут. Мои фрукты. Ты понимаешь, мои это. Получить 90 тысяч очков, надо все фрукты разрезать. Ну, то есть необходимое количество фруктов. Сейчас и половины не сделали. Тут вряд ли 90 тысяч очков будет. Немного не хватило. Так, судя по всему, по-моему, все уже вырубились. Поэтому на этом, пожалуй, я закончу. Надеюсь, вам понравилось. Ждите новеньких серий по Angry Birds Go. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте этот ролик. И поделитесь этим роликом. А также ждите новых роликов. С вами был я, PvP1. Всем всего хорошего и пока.